Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, заглядывайте в описание, там интересные ссылочки. Нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 17 декабря. На улице пасмурно. Море слегка волнуется. Дует легкий бриз. И солнышко проглядывает сквозь облака. На улице достаточно холодно. Температура воздуха плюс 7-8 градусов. Прямо чувствуется дыхание зимы. Но надеемся, что снова скоро потеплеет. Народ гуляет по набережной, сидит на море. В общем, отличный воскресный день. Дождя пока нет. Ну и надеемся, что его и не будет, хотя тучи вдали на горизонте говорят об обратном. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!